Что нужно для здоровья моей кожи? Витамин С. Как защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды? С помощью витамина Е. Но моей коже нужен и уход, и защита. Специалисты Института ФОНС объединили витамины С и Е, усилив их воздействие с помощью микросфер. Результат – новый витаминизированный крем. Энергия витаминов – надежная защита. Я убедилась, чтобы кожа сияла красотой и здоровьем, мне нужен витаминизированный крем с микросферами ФОНС. Что вы об этом думаете?